В начале октября в рамках Дней просвещения в университете состоялась церемония вручения журналистской премии имени Мифтахиддина Акмуллы. Освещая, просвещаем. Журналистская премия вручается уже не первый год. Поощрение представителей средств массовой информации за яркое освещение тем, касающихся системы образования нашего вуза, стало доброй традицией. Лауреатом премии в этом году стал заведующий корпунктом ВГТРК в городе Уфа Алексей Агров. Премия удостоилась и Файруза Фаткулина, редактор информационных программ телеканала БСТ, программ «Красная кнопка» и «Интервью». Мы поднимаем настолько разнообразные сферы вот этой деятельности учителей, педагогов. У нас часто собираются в студии до 40-50 учителей, и появляются такие детали, такие проблемы, как дополнительное образование детей, дополнительная нагрузка, дошкольное образование, социальная адаптация детей, инклюзивное образование и так далее. И вот учителя, студенты нашего педуниверситета имени Мифтахиддина Акмуллы очень активно участвуют в наших проектах. И они действительно такие детали до нас доносят, такую информацию, которую не может сказать ни один специалист. Они потому что сами варятся в этой деятельности, ведь многие педагоги работают параллельно. И я им очень благодарна и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Студенческая СМИ не осталась без внимания. Представители медиасообществ Gadget News и Basapul Team получили благодарственные письма за плодотворную работу и активное участие в освещении мероприятий университета. Студенческие медиа стараются более неформально донести информацию, то есть более понятно, более доступно для широкой аудитории, студенческой аудитории, по сути. И вот в этом мы даже можем в некотором роде выигрывать у федеральных СМИ. Ну, конечно, любая мотивация, тем более для студентов, поколение миллениалов, нужно постоянно мотивировать, они должны постоянно видеть, что они чего-то добиваются и стремятся расти дальше. Я очень рада, что получила такую большую награду. Для меня это очень важно. Я надеюсь, что данная награда станет толчком для достижения дальнейших моих целей. Я очень благодарна своим руководителям, наставникам, которые помогают и поддерживают меня.